Дорогие мои зрители, сегодня я хочу помолиться за всех, кого обижают. В комментариях напишите свои имена, своих близких, всех, кто чувствует себя обиженным. Может быть, вы чувствуете обиду в своей семье, может быть, вас обижают на работе, может быть, вы в душе таите обиду еще прошлых лет. И молитва будет сегодня посвящена мученику Иоанну Воину. Это просьба защиты от обидчика. Пожалуйста, помолитесь все за всех тех, кто сейчас находится в угнетенном состоянии. Мы молимся о примирении и враждующих, и всех, на кого сейчас происходит неблагоприятное отношение в семье, на работе. Может быть, это в школе, студенты могут тоже так чувствовать себя некомфортно. Поэтому молитва пусть покроет всех, кто сейчас находится в неблагоприятных, обиженных или униженных обстоятельствах. О великий Христов мученичи Иоанне, правоверных поборничи, врагов прогонители и обидчимых заступничи, услыши нас в бедах и скорбях молящихся Тебе, яко дана Тебе бысть благодать от Бога, печальные утешати, немощным помогати, неповинные от напрасных смерти избавляты, изо всех зле страждущих молитесь. Буди оба нам, поборник крепок, и на вся видимые и невидимые враги наши, яко да Твоей помощью и поборством по нас посрамятся все являющимися нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобит ныши грехни, и недостойные рабы Своя получите от Него неизреченное благая. Я же уготова любящим Его в Троице святей славима Бога, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, этому же святому молятся об отыскании и украденного. Пожалуйста, напишите в комментариях имя, за кого мы сегодня молились, это будет очень важно. Если вы в душе, в сердце держите на кого-то обиду, простите этого человека, отпустите эту боль для того, чтобы и Бог простил вас, как вы простили своего обидчика. И в самое ближайшее время у вас все наладится, успокоится, и молитва мученику Иоанну Воину обязательно покроет вас, и у вас все в ближайшее время все нормализуется. Спасибо, что вы были со мной. Просматривайте плейлист молитвы для вас и вашей семьи, который я создала специально по вашим просьбам. Для вас это не только очень важно, но и необходимо.